За него единогласно проголосовали депутаты 6-го созыва. Это первая сессия после прошедших выборов в кубанский парламент. Его состав обновился наполовину. В стартовом заседании участие принял и губернатор региона. Не нужно делиться, может быть, инициативами, а нужно понимать, что на ваши плечи легла сегодня огромная ответственность за судьбу края. И нам всем вместе сегодня нужно создавать жизнь для наших земляков, смотреть им вот открыто и честно в глаза. Главный приоритет – социально-экономический рост нашего региона и, как следствие, рост благосостояния жителей края. Все. Ради этого мы сегодня, коллеги, с вами и будем работать. Владимир Бекетов, который 22 года возглавлял законодательное собрание региона, покинул свой пост. Теперь он станет членом Совета Федерации от Краснодарского края.